Проводим с утра субботник по уборке леса вокруг лыжной трассы и самой лыжной трассы. К сожалению, идет дождь, немножко мешает. И ладно бы слабенький шел, а то ливень льет. Вышло у нас сегодня три организации, четыре. Это стадион «Заря», управление здравоохранения и МУПСУН. А также очень серьезно сегодня помогают нам дети 2000 года рождения. Тренер Разводовский, вышло их 20 человек сегодня сюда. В общем-то, хорошо убираемся. У нас в очень плохом состоянии, вот такие свалки через каждые практически 10 метров. Что делать, не знаю, мы не уберем. За один день все это не уберем. И поскольку все-таки это является местом отдыха горожан, надо где-то на входе в лес ставить мусоросборник, чтобы люди, приходящие отдыхать сюда, имели возможность вынести лес и сложить, а не складывать. Вот так здесь видно, что организованно складывают, да, стараются как-то в одну кучу все складывать, но мусора очень много, уже не один год он здесь лежит.